В Алматы на центральной площади республики полиция задержала сегодня несколько человек, находившихся по тем или иным причинам у монумента независимости. Полицейские и люди в штатском сначала предупреждали собравшихся, чтобы они шли домой, потому что на митинг разрешение не давалось. Многие из задержанных спустя некоторое время были отпущены, однако задержание и гражданских активистов, и случайных прохожих не обошлось без драматизма. Гражданские активисты Алматы объявляли вчера, что проведут 7 мая церемонию возложения цветов к монументу независимости. Хотя ранее они намечали провести акцию протеста против продажи земли. Среди задержанных сегодня оказался и репортер Азатыка Нуртай Лахан. Спустя полтора часа его отпустили из полиции. Ранее гражданские активисты предлагали провести 7 мая в Алматы акцию протеста против изменений в земельном кодексе, которые предусматривают введение частной собственности на земли сельхозназначения и их длительную аренду иностранными гражданами. Но 5 мая президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приостановил действие этих поправок, вызвавших массовые акции протеста в Казахстане. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард, Азат ТВ.